Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, это значит, что сегодня будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. А перед началом не забывай поставить лайк, ведь ты знаешь, больше лайков, чаще видео. Да, ребят, я знаю, что я немножечко пропала, но я готовила для вас безумно страшный ролик. Я заказала, только вдумайтесь, бокс-гроб. Это бокс в гробу, бокс в виде гроба. Короче, ребята, рассказывать очень долго. Прямо сейчас вы увидите это своими глазами. 2000 лайков и новый бокс. Итак, ребята, вот посмотрите, перед вами бокс-гроб. Он в виде гроба, то есть это бокс, что означает коробка. Эта коробка в виде гроба была заказана на сайте Darknet. И сейчас, в дьявольский час, ровно в 3 часа ночи, мы распакуем бокс. Гроб, ребята, это будет новая рубрика на моем канале. Если тебе нравится, поддержи ее лайком, ребята. Рубрика «Бокс-гроб». Что же положили туда, неизвестно. Но я уверена, что в этом боксе куча всякой жуткой вещи. Поэтому мы заранее приготовили специальное орудие. Если что, ты дышь, если вдруг там что-то злое. Значит, обряд для проведения всяких там штучек, обязательно свечи, зеркало, для того, чтобы спокойно войти в потусторонний мир или выйти, обязательно, ну, и по мелочи нужные вещи. Итак, ребята, прямо сейчас на ваших глазах я открою бокс-гроб с сайта Darknet за 500 баксов. Всего лишь за 500 баксов, ребята. Это не самый дорогой бокс, а точнее, это самый дешевый бокс, который был на сайте Darknet. И мы сейчас узнаем, что же там. Так, никогда я раньше не открывала крышки гроба. Вот это да, ребята. Вот это вообще просто жесть. Короче, я рассказываю то, что я вижу. Походу, это Фредди ФНАФ. Как его называют? Фредди Фёзбери, по-моему. Самый страшный Фредди. Здесь он прямо из своей гнилой пиццерии. Смотрите, это пицца вся в червяках. Я не понимаю, почему тут так много шариков. Давайте это разбирать. Видимо, в этой пиццерии был какой-то праздник. Может быть, чей-то день рождения. Вообще, насколько мне известно, то, что там эта пиццерия сгорела, и души умерших в этой пиццерии людей переселились в такие игрушки, как аниматроники, и Фредди, и чай там, чикен, ну, короче, как они там называются, я всех их не знаю, но я точно знаю Фредди Фёзбери, потому что он там самый главный. И, видимо, после этого дня рождения осталось очень много шариков, слава богу, что они не горелые, а обычные, ребята. Сама игрушка. Я так понимаю, что... Смотрите, какая она жуткая. У него красные глаза. Я так понимаю, что над этой игрушкой можно провести обряд вуду, магии и оживить Фредди Фёзбери, если хочешь. Прямо сейчас ставь лайк. А мы пока посмотрим, что еще в этом боксе. Куча-куча шариков. Какие-то летучие мыши. Замороженная муха. Прям кусочек льда с замороженной мухой. Это просто жесть, ребята. Мне интересно, да. Пицца с червяками, тараканами и мышами. Это омерзительно и отвратительно выглядит. Но что еще хуже, ребята, это отвратительно пахнет. И это настоящая пицца. Давайте аккуратненько смахнем эту всю червячачину. Тут куча всяких насекомых они наложили. Куча всего стрёмного. Даже какие-то, слушай, не какие-то монеты. Смотри, это египетская монета, которая специально кладется на глаза умершим. Может быть, это монета именно с мертвого человека, с какого-нибудь. Они когда вот так умирают, смотри, у них принято, когда человек умирает, там у них они вот так вот им на глаза кладут две монеты. Но тут только одна. Типа, я не знаю, почему загробный мир так... Короче, дай лодочнику, чтобы он тебя провел. А, эти деньги, вот видишь как, черт, здесь вторая монета, здесь две монеты. Короче, ребята, это выглядит все вот так, я так думаю, да? Так.
Короче, жесть полная. Я что-то примерила их на свои глаза. Я думаю, что никакая мертвечина, никакой лодочник меня не убьет. Что-то было? Блин, зря я, наверное, их на свои глаза. Я что-то ради шутки. Ладно, положим здесь. В общем, смахиваем этих червяков. И попробуем... Господи, вы только послушайте. Вот черт, этой пицце 1000 лет. Она реально, ребят, настоящая, смотрите. Это настоящий хлеб. Тут вот даже колбаса. Смотрите, колбаса. Офигеть. Ребята, это отвратительно, жутко пахнет. В общем, этот бокс очень крутой, но это еще не конец. Прямо сейчас я проведу обряд вуду-магии с этой игрушкой. И если она одержима, то произойдет что-то, нечто, наверное, невероятное. Посмотрим. Зеркальный мир, отворись. Фредди ФНАФ, дух вселись. Зеркальный мир, отворись. Фредди ФНАФ, дух вселись. Зеркальный мир, отворись. Фредди ФНАФ, дух вселись. Черт, Дима! Дим! Оставь! Привязывай его! Я держу, держу его! Стой! Подожди! Черт! Скотчем надо его привязать. Слушай, я, походу, его успокоила вот этой твоей штукой. Хорошо, что мы ее заранее приготовили. Давай его привязывать. Сейчас я уберу этот гроб. Ну и жуть. Давай, держи его. Короче, реально он был одержимый, но... Он был не очень сильным, ребята. Я смогла его сразу. Хорошо, что это была штука у нас. Так. На всякий случай мы его свяжем. И, ребят, конечно же, мы разрежем Фредди ФНАФ вот этими ножницами. Где, кстати, они? Итак, ребята, я думаю, что этот видос крутой, гроб крутой. Фредди Фазбери крутой. Смотрите, у него, кстати, какие-то, блин, усы тут неровные. Чтобы лишить его всякой жизни, нужно отрезать ему глаза, ты прав. На. Так, сейчас. Ай, получается. Господи, это очень страшно. Выглядит на самом деле. А, черт. Ножницы, как всегда, тупые, ребята. Никак у нас с ножницами всегда проблема. Не могу отрезать, они не режут. Погоди, погоди, нет, ты не оторвешь. Я боюсь, что я как бы я тебе пальцы не отрезала. Чего страшного? Отлично. Так, готово. Так, погоди, нет, его нужно отрезать до конца. Черт, что это было? Отлично. Так, отрезаем второй глаз. Осторожно, смотри. Погоди. Так. Сейчас. Отлично. После того, как мы отрежем глаза, все. Все. Фу. Смотри, они какие у него необычные. Красные-красные зрачки, как будто бы наполненные кровью. Это просто жесть. Ладно, давай залезем в твою голову и посмотрим, что там у тебя вместо этого поролона. Я что-то нащупала. Погоди, погоди. Черт, опять что-то лопнуло! Дим, там что-то лопнуло, черт! О, жесть! Слушайте, это... Это мармелад. Слушай, я так боюсь, я первый раз вообще вижу. Ну так, покрепче. Я что-то первый раз вижу такое. Подожди, я не понимаю. Это какие-то мозги, почему они такого поносного цвета? Господи, это какая-то гадость. Посмотрите,
Походу, это желейный медведь Фредди ФНАФ, и я не знаю, или обожравшийся мармелада. Короче, ребята, ищем дальше что-нибудь. Там что-то еще есть. О, черт. Я что-то еще нащупала противное. А что это? Погоди, погоди. Фу, это что? Это... Пицца. Это сосиска? Господи, это не переваренная пицца, которую он ел, ребята, это просто жесть. Это кусочек теста и сосиска. О, вот черт, посмотрите, это не переваренная пицца в его голове. Фредди Фёсбери напичкан гнилой протухшей пиццей. Жесть просто, вы не поверите, как здесь фонит, какой здесь смрадный запах. Отвратительный запах гнили. Ужас просто. Короче, надо вытащить абсолютно все и посмотреть, что же они туда еще напихали такого жуткого. Слушай, Дим, я нащупал еще провод, смотри. Это USB. Слушай, он, может быть, подключается как-то к чему-то? Слушай, аниматроники же, они наполовину как роботы. Давай, короче, потянем, что это такое? Это кто выпал? Это маленькие. Это маленький Фредди Фёсбери, ребят, о черт! Он сожрал всех своих друзей, это Цыпа или как его? Слушай, погоди, здесь какая-то специальная, какой-то провод в нем торчит, я не знаю, что-то это здесь какой-то... как-то подключается. Черт, он реальный аниматроник, походу он настоящий, ребята. Если в нем это устройство, может быть, он как-то подключался. Посмотрите, внутри него... Смотри, это добрый аниматроник, все да, а этот зубами, смотри, с какими, этот обычный, этот зубами, этот, блин, ребята, если вы знаете, как зовут этих аниматроников, напишите, пожалуйста, ниже в комментариях, смотри, тут разные вот эти цыпы, тут такой глаз, тут такой, офигеть, посмотри, там их бесчисленное количество, я не знаю, он что, их всех сожрал, что ли? Черт, вот это вот Фредди ФНАФ, там еще куски пиццы, куски его мозгов, жесть, там больше ничего нет. Слушай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12 аниматроников, которых сожрал это вуду-игрушка, вуду-аниматроник Фредди Фёсбери. Ребята, это был самый крутой бокс-гроб, и он был самый дешевый. Если хотите заказать следующий по цене бокс-гроб, то пишите ниже в комментариях, Ира, бокс-гроб заказывай, и вы увидите его совсем скоро, ребята, возможно, даже уже в эту пятницу. С вами была я, Ирина Ясинская, ваша королева мистики. До новых встреч, пока!